Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео хочу рассказать. Один блогер тут видео выписал. Да он как вначале как человек пытался, ну и до сих пор пытается найти себя, вот это все, объяснение всему происходящему. И вдруг он сделал вывод. Последние видео свои, значит, два уже видео последних. Смысл такой. Вот мы люди гордимся, что у нас какие-то предки были какие-то великими людьми. А на самом деле, вот он так, мнение его, посмотрите на себя. Мы ругаемся из-за пустяков. Всякого там друга ненавидим, презираем и орем. У нас предки чуть ли не боги, у нас предки были великие. И вот он по выводу сделал, что вот раз мы, вот видите, вот как здесь, вот, из-за какого-то корешка, там, из-за какого-то тут листика ругаемся, пинаемся, друг готовы глотки перегрызть. Общности нету, тямы нету. И мысль такой, что мы, рады мои, примитивные создания, и никакие у нас предки не боги. А для примера вот вам показываю. Такие же примитивные создания. Разве сейчас тот блогер посмотрит на этих вот свиней? И разве у него ума хватит, что это их не предки, этих свиней? Дикие, свободные, могучие кабаны. Гордые и независимые. Так вот, уважаемые рады мои, мы тоже когда-то были независимыми, гордыми богами. А теперь, видите, деремся из-за листиков. Вот так что, рады мои, это нас довели до свинского состояния. А на самом деле, повторяю, не должны мы жить в неволе. Не должны жить по этим правилам, которые нам навязали твари. Но твари это не национальность, рады мои, сразу оттуда забанят. Твари это инопланетяне. Твари это то, что не бывает. Так вот эти вот твари, которые не бывают на самом деле, вот завели до этого состояния нас. И попробуйте, докажи вот этим вот свинье, что предок у нее гордый и независимый, свободный кабан. Все, ладно. Лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные мои.